Всех приветствую. Вот и закончилось лето. Сегодня я решил вернуться к теме проекта «Большой альбом». Когда-то я выкладывал анонс этого альбома вот здесь. Но тогда дело затормозилось. После этого я доработал этот проект, намного его упростил. И теперь мы будем учиться сами делать такой альбом. Как говорилось в старом анекдоте, жена говорит мужу: «Хочешь есть? Удочка в коридоре». Ну, это все шутки, а мы начнем изучать проект и потихоньку узнаем все его нюансы. В принципе, сложного ничего. Кто раньше делал проект «Маленький альбом», тот знает примерно, как делать листы для альбома в Pro Producer'е и в Photoshop'е, а потом применять их в проекте. Ладно, меньше слов, больше дела. Итак, начнем. Итак, мы скачали по ссылке под видеороликом наш архив с альбомом и разархивировали его, и посмотрим, что у нас в нем находится. Итак, папки со стилями у нас находится всего три стиля. Это стиль старт начальный, открытие альбома, промежуточный стиль старт-финиш со слайдами для листов альбома, и заключительный стиль, финиш, закрытие альбома. Так, в папке Transmission находится у нас всего единственный переход. И в папке с контентом у нас здесь находится дополнительный вспомогательный материал, которым вы можете пользоваться при создании своего проекта большого альбома. В этой папке находятся виньетки для обложки. Это текстура кожи, тоже также для обложки. Уголки для обложки также. Ну, текстуру для страниц альбома найдете сами в интернете, или там довольно много всяких разных текстур. Какая вам понравится, ту будете использовать. Но это все попозже. Также здесь есть у нас два PSD файла обложки альбома. Можете их открыть, отредактировать. На свой вкус я вам покажу, как это делается.
один PSD-файл пружины вот этой вот. Если кто будет использовать ее, можете использовать готовые, можете отредактировать в Photoshop PSD-файл этот с пружиной. Также корешок вот этот вот, который используется для страниц альбома. Если будете его использовать, поменять что-то, цвет или еще что-то, также откроете PSD-файл в Photoshop и подредактируете, если вам что-то захочется сделать. Тут я сделал для начала нашего альбома и вот именно видео, которое записал, несколько страниц альбомных, которые использовал в проекте, который видео в самом начале было. Также несколько сделал готовых листов обложек альбома, начальных и для закрытия. Ну, еще раз повторюсь, если вам они не понравятся, можете сделать свои личные в Photoshop или в самом Pro Show Producer, или воспользоваться PSD файлами обложек и отредактировать уже готовые. Итак, закрываем здесь, идем в Pro Show Producer. Сейчас нам надо загрузить в Pro Show Producer наши три стиля и переход. Итак, идем в эффекты, нажимаем добавить. Да, забыл добавить, чтобы заходим в стиле слайдов сначала. Это у нас переход, идем, открываем папку со стилями. Выделяем все три стиля и открываем. Вот у нас все стили загрузились. Загрузились они у меня в такую папку. Я не знаю, в какую папку загрузятся они у вас. Скорее всего, точно так же должны загрузиться. Если вы куда-то загрузите в другую папку у вас, и вы их не найдете, то откройте папку «Все категории» и по цифрам, начальному названию стилей, вот вы можете найти. Вот вы нашли вот этот стиль, например, который закачали, и выделили его, и посмотрим категорию. И вот мы увидим, в какой где будет стоять галочка в этой категории, значит, находится в вашей эти стили. Так, мы с этим разобрались. Теперь идем в переходы. Переходы также нажимаем «Добавить». Идем в папку с переходом. Выделяем ее и открываем. Итак, вот наш переход. Он загрузился вот в эту папку. Эта папка сделана специально для ваших авторских переходов. У меня она поэтому в эту папку загрузилась. У вас она может также загрузиться, а может куда-то какую-то другую. И также найти ее также можете, как я вам уже говорил, по названию, открыв все категории. С этим все разобрались. Закрываем и идем непосредственно к самому созданию проекта большого альбома. Первым делом идем вот сюда, нажимаем слайд. Создаем пустой слайд. Время слайда начального у нас 12 секунд. Переход пусть стоит 3. Давайте сразу поставим переход. Поставили и откроем нажатием левой мышкой два раза наш слайд в эффектах. Так, идем в стиле слайдов и применяем наш первый стиль к этому слайду. Вот этот, три пятерки, старт. Нажимаем применить. Окей. Вот. Так выглядит у нас первый стиль в первом слайде. Вот как он будет работать. Появляется альбом. И пошло открытие альбома. Нажимаем ОК. Далее загружаем промежуточный наш стиль. Также нажимаем левой мышкой на пустой слайд. Нажимаем слайд. Здесь время слайда у нас будет уже 21 секунда. Но это все по умолчанию, как стили создавал я, так вот
выставлял такое время. Вы можете ставить стиль дольше или поменьше время. Откроем, зайдем в слайд стили. И вот промежуточный стиль наш, 3 пятерки, старт-финиш. Нажимаем применить. Окей. Применить. Окей. Вот наш стиль загрузился. Посмотрим, что в нем находится. Здесь, как мы видим, всего 4 слоя. Вот, потому что здесь нет ничего, ни фотографии, ни рамы для фотографии, ни какого-то клипарта, который вы будете добавлять. Есть только управляющий слой левой стороной альбома и управляющий стороной правой стороной альбома. И есть левая сторона альбома, которая прикреплена модификаторами, вот здесь, управляющую левой стороной альбома слою. И также есть, вот отключим левую сторону, есть правая сторона альбома, страница альбома, которая также прикреплена модификатором. Управляем слою правой стороны альбома. Так, тут все более-менее ясно. Идем дальше. Вот посмотрим управляющий слой левой стороной альбома. Ему задано движение по ключевым кадрам у нас. И также управляющий слой правой стороны альбома также задано движение по ключевым кадрам. Эти слои, как я уже сказал, прикреплены модификаторами, каждый к своему управляющему слою. И дальше все, что мы будем сюда добавлять, фотографии или какой-то клипарт, мы будем также привязывать модификаторами к управляющим слоям левой или правой стороны. Итак, вот этот слой, например, мы уже пока не трогаем, но нам не нужно, не обращать внимания на вот эту надпись левая сторона, потому что мы потом, когда мы научимся вставлять фотографии в альбом, прикреплять их, то мы тогда будем заменять вот эту страницу на красивую картинку, чтобы красивый был лист. Этот и правой стороны альбома. Итак, давайте посмотрим, как же прикреплять фотографии к листам левой и правой стороны альбома. Нажмем плюсик, добавить изображение для видео и добавим первую фотографию. Давайте вот эту вертикальную добавим. Уменьшим размер ее и поставим примерно вот в это место. У меня тут второй ключевой кадр выделен. Значит, надо скопировать настройки в первый ключевой кадр. Ну, в принципе, все надо делать с первого ключевого кадра. Вот, допустим, мы в первом ключевом кадре выставили вот так фотографию и скопировали настройки ее во второй ключевой кадр. Здесь вы можете пойти в коррекцию, сделать виньеткой рамку или что вы хотите. Я пока делать не буду это. Я просто сейчас покажу принцип закрепления фотографии на странице альбома. Итак, конкретно левая сторона альбома. Здесь будет у нас маленько потрудней, чем с правой. Потому что здесь нам надо у фотографии сместить центр вращения. Вот в эту точку. Для того, чтобы после закрепление модификаторами у нас эта фотография корректно работала в процессе переворачивания страницы. Итак, центр вращения мы выставляем вот здесь. Может показаться, что это
методом подбора значений долга, на самом деле, маленько потренировавшись, вы это научитесь делать быстро. Скажу одно, что центр вращения идет, выставляет значение по оси X, и горизонтально и вертикально по оси Y. В правую сторону значение по оси X выставляется в положительном значении, в левом отрицательном. И по оси Y вверх с отрицательным значением, по оси X, Y вниз с положительным. Ну так уж делали это те, кто эту программу создавал. Хотя мы все знаем по школе, что значение по Y идет всегда вниз, отрицательное. Ну ладно, с этим разобрались. Теперь будем выставлять значение. Итак, смещаем центр фотографии вот в это место. Да, давайте фотографию вот так маленько поднимем, чтобы у нас по оси Y тут не 0 было, а вот маленько, например, вот так. Так, опять скопируем настройки, следующий ключевой кадр. И идем. В первом окошке выставляется значение по X, в втором окошке значение по Y. Итак, ставим в первом окне значение, например, ставим 250. Мы видим, что вот этого расстояния мало до сюда. Поэтому нам надо, значит, не 250 поставить, а, например, давайте 280 мало. А давайте попробуем 300. 300 мало. 320 много. 310 чуть-чуть маловато. Добавим двоечку. Вот так. 312 значение по x. В правую сторону. Теперь надо сместить вниз. По y. Здесь значение. Ставим 20. 20 много. Поставим 15. Может быть 16. Так. Да, оставим так. Вот мы выставили значение по x, по y. У нас центр вращения фотографии сместился вот сюда. Вот смотрите, как вращается фотография. Вот она сейчас вращается у нас вот из этой точки. Так, поставим здесь 5,0. И теперь нам надо эту фотографию модификаторами привязать к управляющему слову, слою левой стороны. Итак, идем сглаженное движение по x, выделяем слой фотографии, сглаженное движение по x, добавить модификатор, вот панорамирование по x, ставим вот здесь панорамирование по x, и открывая здесь, ставим управляющий левая сторона. Все, по оси x мы прикрепили модификатором нашу фотографию. Теперь нам надо сглажен наклон по Y. Так как идет открытие альбома, страница переворачивается, поэтому здесь задействован этот модификатор. Опять также выделяем слой. Сглажен наклон по Y. Правой мышкой добавить. Смотрим. Горизонтальный наклон. Вот надпись. Заходим сюда. Так. Ставим горизонтальный наклон. И левая сторона. Окей. Ну и вот, давайте посмотрим, как у нас сейчас будет работать. Вот альбом открывается. И вот наша фотография здесь. Все четко. Так, давайте еще одну фотографию прикрепим. Ну, на этот раз давайте такую горизонтальную тоже сделаем вот так. Вот так ее поставим. Скопируем настройки. Следующий ключевой кадр. Не забываем. Это обязательно, иначе у нас ничего работать не будет. Опять идем. Центр вращения выставляем. По x выставляем, значит, 60. Видим, вот что мало. 70 много. Значит, поставим 65. Мало, 67. Вот 67 будет нормально. И теперь значение по Y ставим. Нам надо точку поднять вверх. Как я уже говорил, вверх с отрицательным значением по Y. Так, поставим минус.
10 мало. Ставим 40 много. 26. Вот 26 мы выставили. Скопируем также в следующий ключевой кадр. И теперь также привяжем модификаторами по оси X. Добавить модификатор по нормированию по X. Левая сторона управляющего слоя привязываем. И сглажен наклон по Y. Вот горизонтальный наклон. Открываем здесь, ставим горизонтальный наклон. И левая сторона. Нажимаем ОК. И смотрим. Вот мы видим, что фотографии прилипли к странице. И все работает корректно. Идем к правой стороне альбома. Для того, чтобы нам было видно правую сторону альбома, мы нашу левую страницу сделаем и фотографии сделаем невидимыми. И вот у нас остался правая сторона осталась альбома. Здесь все намного проще. Здесь нам центр вращения фотографии менять не надо. Здесь только нам надо применить модификатор. Сглаженное движение по X. Посмотрим. Идем добавить изображение. Давайте и так. Добавим тут фотографию. Убавим размер. Поставим ее вот сюда. Копируем следующий ключевой кадр настройки. И идем сглаженное движение по X. Добавим модификатор. По нормированию по X у нас стоит. И выбираем управляющий слой правая сторона. Все, у нас слой прикрепился. Давайте еще одну фотографию. Сюда ставим. Вот такая у нас фотография, например. Ну, она у нас вот, допустим, сюда. Тут много лишнего. Вот так вот нам надо ставить, например. Или, да? Но у нас не влазит. Мы пойдем в коррекцию. Все это также можно делать. Настройка обрезки. Выделяем так, нашу девушку, как нам надо. И ставим вот сюда нашу фотографию. Копируем настройки. Следующий ключевой кадр. И также привязываем ее модификатором по нормированию по X к слою, управляющему правой стороной. Все. Мы это сделали. Опять поставим галочки на выключенных слоях. И посмотрим, что у нас получилось. Вот мы видим, что страница раскрылась. Фотографии мы эти посмотрели. Двигается альбом влево. И смотрим следующие фотографии. С этим разобрались.